Здравствуйте, вы на канале Дачница. Сегодня гуляю по Ставрополю и новый микрорайон российский. Здесь кусочек военно-патриотическое воспитание, техника выставлена военная, ну, ребятишки тут гуляют. Для этого жилого комплекса построен такой сквер красивый, со всякими площадочками. С фонтаном. Такие вот бурлящие. Прям зона отдыха устроена. Здесь вот дама с цветами. Там вон с домброй или с балалайкой, с чем-то. Ну, продумано, конечно. Здорово. Там находятся всякие прокатные вещи, прогулочные, вон ребятишки на машинках катаются, скутеры, самокаты, вообще, конечно, комплекс, но очень красивый. Вон здание светлое, в нем спортивные всякие, в общем, спортивный комплекс. Также насажены молодые деревца, сквер, газоны. Хвойники насажены, лавочки для отдыха, детский садик вон веселенький такой. Все для жизни. Вот так оформляются детские сады и детские площадки. Лошадки, лавочки. В общем, вся развлекуха. Ну, для деток всякие уголочки сделаны, для мамочек лавочки. Так вот один сквер перетекает в другой сквер. Здесь уже другие аттракционы, другие насаждения. В этом сквере оборудованы разные климатические зоны. И можно посмотреть и почитать. Интерактивная доска есть. Эта зона называется «Домики лесника». Это зона горы. Все причудливые камни Кавказа собраны и оформлены. Продолжаются еще работы здесь. Вон всякие ролики, доски, развлекуха для молодежи и подростков. Это лесная зона. Здесь велотрек. Ставрополье – это еще юг России. Поэтому все цветет. Хотя сегодня уже 23 октября. В парке оборудовано также видеонаблюдение и колонки экстренного вызова. Оборудован канал водоем. Просто стоишь и смотришь на водичку, на которую можно смотреть бесконечно. Банчики, инсталляция, которые светятся ночью. А дальше уже город заканчивается. Там чистое поле, лес. А здесь скалодром, занятия для детворы. В общем, чтобы их как-то отвлечь. Такие беседки-черепахи. Застекленные от дождика, можно спрятаться. Столики для перекуса. Попали на какой-то автопробег. Ух ты, сколько их много. С какими-то флагами. Лейка такая устроена прогулочная. А цветут тысячелистники, самые обыкновенные тысячелистники. Ну, видимо, не совсем обыкновенные, потому что они цветные. Смотровая площадка, вход на смотровую площадку. Это пустыня. Вот такие вот импровизированные колонны древние. Ну, тоже все оборудовано для отдыха. Это зона бурелом с импровизированным болотом. Болотными растениями, кочками. Ну, сосенки, конечно, тоже присутствуют. Я прогулялась только по 1/3 шикарного большого парка в Ставрополе. Спасибо, что были со мной. Сегодня мое настроение взлетело до небес. Всего доброго, до свидания.